Итак, мы находимся в Армении, город Ереван. Знакомая снежинка. По-армянски написано Siberian Wellness, а здесь уже на английском Siberian Wellness. Нас встречают тут чистотой. В 10 открывается офис, и мы заходим сразу. Здравствуйте! А мы из Саратова, из России. Да, мы тоже из компании Siberian Wellness. Здравствуйте! Да, мы вот хотим нашим ребятам показать, как у вас тут все красиво. О, какие витринки классные. Как у вас дела здесь? Все хорошо. Много людей работают в компании? В принципе, да, но сколько человек? 5 человек, да. Угу. А лидеры крупные у вас есть? Тут крупные лидеры? Нет, но наоборот, собираем, можно сказать. Да? А сколько лет уже здесь компания? Почти год, да. Всего год? Отлично, молодцы, очень приятно. Мы немножечко посмотрим. У вас еще второй этаж, да, есть? Да, у нас туда. Ага, тут витрины, ассортимент все есть. Смотрите, детская линейка, все коктейльчики наши. Любимый новомин, да, цены, естественно, у нас идут не в рублях, а в местной валюте. Все, красота какая. Все серии Nutrition, боксы, эпамчики. Здесь вот можно посидеть, пообщаться. Все красивые, доброжелательные. Супер. Так, мы идем наверх. Посмотрим, что здесь. Ступенечком. Слушайте, так приятно. Офис чистенький, такой красивый. О, снежинка. Вот, как раз здесь можно провести тренинги. Тут даже кухня есть, смотрите, как здорово. Холодильник. Не знаю, это, наверное, для персонала. И еще один. Здравствуйте, я из Саратова. Бизнес-лидер. Да, очень приятно. Донско. Вета. Очень приятно. Меня Лилия зовут. Лилия, очень приятно. Да, все, мы вот в гости к вам пришли. Как у вас тут развитие идет? Да, я снимаю, чтобы нашим показать в чате. Все отлично, все хорошо. Завод, мы успели полюбиться. Здесь у нас много клиентов. Все интересуются, всем очень интересно. Просто здорово. В солнечной стране, солнечная компания из Сибири. Супер, супер, здорово. А какие лидеры у вас есть уже? Год компания в Армении. Какой самый высокий уровень есть у людей по квалификации? Потому что по лидерам и клиентам я административным вопросом. Все, поняла, хорошо, тогда останавливаю запись.